Почему так важно для мира, для Вселенной ваше счастье и радость? Каждый счастливый человек передает во Вселенную энергию любви, благополучия, нежности, света, добра и усиливает общее счастье всего мира, всей Вселенной. Вся Вселенная радуется этому. Все во Вселенной гармонично и взаимосвязано. Все происходит нам всем во благо. Нам нужно только лишь доверять, принимать это добро и жить в гармонии со Вселенной, поддерживая состояние спокойствия, тихой спокойной радости, умиротворения, удовлетворения, доверия и благодарности. Это и есть состояние высоких вибраций, которое ведет нас в состояние счастья и благополучия. Будьте счастливы, разрешите себе жить в счастье и гармонии, изобилии, нежности, благополучии, достатке и душевном комфорте. Это важно лично для вас, и это важно для всей планеты Земля и для всей Вселенной, потому что вы, да-да, именно вы, любимая, гармоничная, счастливая часть этого мира. Делайте это для себя, делайте, и у вас все обязательно получится, уже получается.